Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу вам показать свой заказ Faberlic. Ну и так, всего понемножку. Давайте покажу свой заказ Faberlic. В общем, заказала тут... Заказываю я, кстати, до пункта выдачи и приходит в коробочке мне вот в такой. У меня в заказе в основном, конечно, бытовая химия и немножечко косметики есть. В общем, заказала, девочки, я вот такие 4 бомбочки для ванны. Очень они вкусно пахнут, какой-то клубничкой или чем-то. Вообще ароматы от Faberlic. Они мне очень нравятся. Приятно пахнет, вообще обалденно. Вот это вот пахнет чем-то клубничкой или чем-то таким. Это как бы на 14 февраля было по каталогу. Обалденный аромат. В общем, 4. Ну, мальчишки мои, я думаю, тоже с удовольствием примет душ с бомбочкой. Им тоже нравится, точнее, ванну, да. Ну и плюс себе, не знаю, муж у меня не особо любитель таких штук, а я обожаю. Вот, и еще заказала аж вот такое количество геля для душа. У меня закончились абсолютно все мои запасы. Поэтому, так как у меня душ принимать любят все часто, поэтому вот такое количество заказала. Вот это моим мужчинам, скорее всего, вот это себе. Но они мне тоже мои тоже берут. Вкусные ароматы, хорошо пенятся. Не знаю, что может быть еще лучше. Вот эти такие более свежемужские, скажем так, ароматы. Тоже такие послаще. Из бытовой химии заказала вот этот стиральный порошок. Очень мне нравится. У меня для цветных еще есть. Заказала для белых и светлых тканей. Плюс вот этот кондиционер. Меня спрашивали, как он мне. Он более густой, чем обычные кондиционеры, и он мне больше понравился. У него очень приятный аромат, вещи мягкие, он густой, соответственно, расход получается чуть-чуть поменьше, чем обычный. Но еще заказала вот этот свой любимый. Очень люблю стирать какие-то шерстяные вещи, цветные вещи. Действительно, не вот шерстяным вещам не дает скатываться, то есть защищает волокна от повреждений. Очень нравится вот этот кондиционер, советую для шерстяных вещей. Прямо вообще супер. Также я заказала свой любимый спрей-пятновыводитель. Использую его на область подмышек, воротнички, манжеты. Какие-то застарелые пятна он не удалит. Для этого у Faberlic есть такой карандашик или непосредственно в виде порошка пятновыводитель. А это для того, чтобы убрать вот такие загрязнения на тех же рубашках и так далее. У меня и школьник, и муж носит рубашки на работу, поэтому для меня это вообще супер вещь. И также я заказала вот такой водный спрей для разглаживания белья. Я хочу попробовать, видите, он облегчает глажение белья, защищает волокна ткани от повреждений. Вот, в общем, хочу попробовать, давно на него смотрела, не знаю, потом расскажу, потому что бывает рубашки, конечно, сложновато иногда прогладить, хотя я стараюсь вешать уже непосредственно так, чтобы они разглаживались. Но вот этот спрей тоже обязательно попробуем. И заказала еще два освежителя воздуха. Я их уже заказывала, и они очень имеют вкусный аромат. Здесь апельсин с корицей, а здесь зимние ягоды. Такой свеже-сладковатый аромат. Здесь прямо апельсинкой пахнет, здесь вот какими-то действительно ягодками, то ли клюковой, то ли так, чем-то таким. Очень приятные ароматы, нехимозные. Очень нравятся мне и, кстати, детям моим. Вот, также здесь вот такой, смотрите, каталог, розовенький, с кисонькой, вот, обязательно тоже полистаю, посмотрю, какие тут есть интересные новиночки, свою любимую тушь, девочки, мне хватает ее, я каждый день делаю макияж, мне хватает ее практически на месяц. И вот каждый месяц я... То есть, получается, каждый каталог я беру новую тушь. Вот эту. Обожаю ее. Артикул у нее... Вообще, артикулы все вам подпишу внизу в инфобоксе. Но вот у этой туши артикул 5248. Вот. Обожаю. Это самая лучшая тушь, которая только есть. Вот. И взяла две вот такие вот помады. Сейчас я их открою, вам покажу. Вот так вот выглядит упаковка туши. Меня постоянно спрашиваете. Вот она есть. Я артикул оставлю внизу в инфобоксе. И заказала две вот такие матовые помадки. Они, значит, в оттенке
440-50 и 440-51. Они, кажутся вроде бы одинаковые. У них очень удобный футляр. Здесь нажимается кнопочка и вылезает. И отсюда вылезает сама помада. Плюс зеркальце есть небольшое. Значит, 440-50, она такая более розовая. А 44-51... она более вот такая коричневая. Помады очень комфортные, они не сушат кожу, при этом сразу дают вот такой вот матовый финиш, и мне они очень нравятся. У меня была такая, может быть, не из этой линейки, но вот в похожих футлярах розовая помада. Вообще помада от Faberlic очень хорошая, я считаю. Они не растекаются, можно даже спокойно без карандаша нанесли, побежали, и недорогие, на мой взгляд. В общем, вот эти помадки по цветам мне тоже очень они понравились. То есть одна такая прям такая бежевая, а вторая такая немножко розовато-красноватая. И еще себе взяла вот такой дезодорант. Мне он очень нравится. Именно вот эти дезодоранты мне больше всего нравятся. Они практически не имеют никакого запаха. То есть не перебивают ваш парфюм. И очень хорошо подходит и для чувствительной кожи тоже. И еще из бытовой химии вот такое мое любимейшее средство для ванной комнаты. Сюда отдельно нужно приобретать распылитель. Вот, он у меня есть уже, обожаю его. Он действительно очень хорошо убирает мыльные разводы и тому подобное. Вот ванную комнату, душевую кабину очень хорошо мыть вот этим средством. В общем, вот такой вот у меня получился косметический заказик. Вот, все ссылочки вам оставлю внизу в инфобоксе. И, соответственно, все артикулы на заказанные мной позиции тоже оставлю вам внизу в инфобоксе. Я тут сейчас быстренько еще приготовила обед. На обед у меня сегодня рассольник. Мои домашние не очень его любят у меня, поэтому готовлю его редко. Ну, для разнообразия можно. Вот такой вот рассольничек. Не очень много кладу. Это у меня соленые огурцы. Свои соленые огурцы. Вот, не очень много их сюда кладу я, вот, потому что как-то не очень у меня уважают рассольник домашний, вот. Здесь у меня сварила компотик из вишни, такая вишня, я его делаю не очень таким, как бы концентрированным, да, не очень ядреным, то есть у меня здесь немного вишни, но вот эта вишня, она у меня своя садовая, у нас на участке растет, она очень такая терпкая, и, в общем, я делаю такой вот жиденький, скажем так, компот из нее, иногда погуще. Но сейчас такой у меня чисто символически. И еще напекла булок. Сейчас вам тоже покажу. Кстати, хочу сказать пару слов по поводу вот этой муки. Девочки, кто из вас печет всякие булочки, выпечку и так далее, очень советую вот эту муку. Если вы ее увидите в магазинах у себя, обязательно возьмите. Она, во-первых, внутри вот такая прям белая-белая. Давай, вкусилась. Не хочет. Белая-белая. И видите, она такая прям... Она действительно очень тонкого помола, выпечка из нее получается очень воздушная, то есть даже те, кто, ну, такие как я не особо умею с тестом работать, ну, может быть, мало еще у меня, скажем так, опыта с тестом, вот, и при этом получается очень классная выпечка. Действительно очень советую, вот я буду покупать вот эту муку. Но буду ее и отдельно использовать, исключительно на выпечку, и у нее получается меньше расход. То есть ее реально нужно меньше, чем обычно по рецепту. Мне это очень нравится, эта история, кстати. Вот, поэтому очень ее советую. Вот, и выпечка такая прям реально воздушная получается. На печенье тоже использовала. В общем, мука очень классная, так что советую. Вот такие вот я напекла, девочки, булочки. Они мне не всегда получаются красивыми. Точнее, чаще всего именно вот такие. Очень вкусные булочки. Сейчас их переложу в тарелочку. И это у меня духовка. Я ее как-то так хорошенько намыла однажды, что она у меня с одной стороны стала подгорать. И, кстати, у меня у сестры моей тоже электрическая духовка. У меня духовка электрическая. Вот. И у нее та же история. Вот. Так что, может быть, это не я виновата, как говорит мой муж. Муж говорит, что я виновата. А пёс снимает булочку, нельзя. Нельзя ей булочку. Ну, очень хочется, скажу. Так пахнет вкусно, да? Но нельзя. Вот. Вот такая вот у меня красота получилась. Я уже показывала этот рецепт на своем канале. Оставлю вам, кому интересно, внизу в инфобоксе видео, где я показывала этот рецепт. Это со мной поделилась Олечка из Финляндии. Спасибо тебе еще раз огромное. Это любимые булки
в моей семье теперь. Тесто здесь, в тесто добавляется мед, и булочки получаются просто нереально вкусными, просто обалденными. Так что, кто еще такие не пробовал, обязательно советую. Да. К чаю вообще отличный вариант. Вот столько у меня получается. Я их то большими, то маленькими делаю по-разному, но получается очень-очень-очень вкусно. Вот, так что советую такие тоже испечь. Девочки, обязательно попробуйте этот рецепт. Очень-очень вкусно. Еще, девочки, я сегодня наконец-таки добралась до своей рассады, посадила петунию вот в такой контейнер. Это я разделила там где-то по 5 семечков, где-то по 10. В общем, разные. Вот этот контейнер покупала в прошлом году набором из 3 штук в Оби. Очень, кстати, классный парничок. Мне очень он понравился. В прошлом году у меня хорошо все взошло. Я его намыла и оставила в этом году. За окошком у нас такая зима-зима прямо, вот. Но как-то, знаете, я посадила рассаду, прям настроение весеннее, вообще очень классно. Прям уже весны, лето хочется, уже все цветочки, все такое, прям настроение поднимает отлично. Так что пока посадила только петунию. И еще вот у меня зашла микрозелень, я уже начала ее тут повсю жевать. Вот, и лучок вот такой, кто так же делает, я делаю так всегда, если у меня прорастает какой-то лучок, я его ставлю в воду, и получается хорошая такая зелень, так что микрозелень тоже выращиваю. Ну и, конечно же, мой король, мой любимый, сладенький. Вот, и на сегодня мы с ним будем с вами уже прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Ссылочки все оставила я вам внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите на Фаберлик в том числе. Вот, так что всем пока-пока. Да?